Таким образом, Вера Базарова и Юрий Ларионов сейчас на втором месте. Проигрывают они совсем немного, всего 35 сотых японцам Такахаси и Мервину Трану. Ну, а Юка Кавагути, Александр Смирнов, сейчас, увы, только лишь пятая с результатом 59,59 балла. Стефания Бертон и Андрей Хатарек. Италия. Что ж, здорово справились со своей короткой программой итальянцы. Было у них, в отличие от... Тут тоже интересный момент, можно сравнить. Вот Бертон и Хатарек начали, в отличие от нашей пары Базарова и Ларионов, тройной тулуп они выполнили здорово, параллельный. А вот следующий элемент... Ну, фактически, ну, не то, что провалили, но у них получился подкрутка не двойная, не тройная, а двойная всего-навсего. И выполнена была не самым лучшим образом. За нее они получают очень низкую оценку, где-то в районе 2,5 баллов. То есть начало у них было, в отличие от Базарова и Ларионова, отличное, а за следующий элемент, провальным, у нас получилось наоборот. Но в дальнейшем итальянцы выступали очень хорошо. Вот все оценки у них с небольшим плюсом. Ну и где-то лучший результат в сезоне у них был в Шеффилде, 60,13. Сейчас вполне могут этот результат превысить. Но все будет зависеть от оценок за компоненты программы. Вот это начало. Хорошо исполненный параллельный тройной тулуп.
А вот подкрутка, ну, мы видим, что концовка была явно неудачная. И ну, вот тут по ходу арбитры кое-что меняют. Во всяком случае, сначала они им засчитали эту подкрутку как двойной лутц, а сейчас все-таки, подумав, исправили. И у них получился все-таки тройной, подкрутка с тройным лутцем. Естественно, сразу же оценка выросла почти на 2 балла. Так тоже бывает. Чаще, правда, бывает, что наоборот, арбитры снижают. Допустим, сначала посчитали, что был там прыжок тройной, а потом все-таки переводят его в двойной. Вот здесь произошло тот редкий случай, когда наоборот. 60-39. Ну вот это их лучший результат в сезоне. И пока они занимают 4-е место, уступая японцам, нашим Вере Базарову, Юрию Ларионову и Амирецу.